Ребятки, приветствую вас. Что же, снова выбрался я на рыбалку. Приехал сегодня на разливы, на речные. Вот, посмотрите, как все тут быстро идет вода, какая высокая. Блин, аж крутит, вертит. Вот, ну приехал на разлив, тут рядом разлившись, вот. А у нас сегодня тепло, сегодня 2 мая, да? Поэтому сегодня будем пробовать ловить, не знаю, какая рыбка клюнет. Может плотва, может карась, может еще какая-нибудь рыба. Посмотрим, ребятки. Тепло должно брать. А там уж посмотрим, будет, не будет. Кому понравилась обязательно рыбалочка, ребятки, пальчик вверх. Ваша поддержка, это очень многого стоит. Поэтому не забываем. Всем спасибо. И мы будем приступать к рыбалке. Вот такое вот красивое местечко здесь будет. Вот. Здесь такая затишенка более-менее. Тут травка. Рыбка должна здесь быть. По-любому. Будем смотреть. По снастям у меня будет мунхантер 5-метровый. Катушечка пилот. Вот такой поплавочек. 4 грамма. Скользящая грузила будет. Здесь вот. Так, вторая удочка. У меня будет вот такой вот поплавок. И 6-метровая баллонка. Тоже со скользящим грузилом. Тепленькая красота. Будем кормить место. Еще надо более-менее определиться. Сегодня буду пользоваться, у меня остатки остались, вот такой вот трапперлинг карась. Прошлую рыбалку я использовал другую прикормку, она, кстати, очень классная, но я уже не поехал в магазин сегодня, что, ну, собираюсь чисто на вечернюю зорьку, по-быстрому собирался, поэтому остатки линь карась. Палец сегодня порезал, блин. Классно, кстати, ситуация. Сразу собираем здесь. О, как прицело. Придется мешать одной рукой. Палец порезал. Вот палец подбор. Еще палец подбор. Да. Кабанчика. Кабанчика валили домашнего. Под нож палец засунул. Ну что делать? Ничего не сделаешь. Такая интересная. Очень вкусно пахнет. Шикарно. Пускай немножко настоится. Пока удочки разложу. Пачка настоялась, рыбка гуляет уже тут повсюду. Я вот где-то там вот буду ловить, где-то вот здесь. Оп. Опа. Хватит пока.
да? Да, попробую на красного. Вот такой, конечно, боковой, не очень удобный. Не очень удобный ветер. Ничего. Ничего страшного. У кого ты там? Ух ты, какая хорошая! Покажи. О, какая! Батон! Ребят, смотрите, какой. Тестю говорил. О, батончик. О. Пришла, да? Красавица. О, рыбалка, значит, пойдет. Ух ты! Ну нафиг. О-о-о-о. Вот это батон. Вот это плотвина. Плотва. Это плотва. О-о-о-о. Вот это жирная плотва. Чи-чи, не ругайся, не ругайся. А в реках бывает она такая. Блин, в загло, ты представляешь? Ну, кстати, слышишь, животы полные, она не рестится еще. Ну, блин, ребят, какая здоровая вернее, плотвина. Смотрите, какая, ё-моё. Вот это да. Кстати, клюнула на белого. Немножко глубинку побольше сделал. Тись пошла. Так, тык-тык-тык, пошла. Увидите, как пошла. Оба. Ну что, не зря уже приехали, правильно? Нормально. Да. Все хорошо уже. Отметились? Ух ты, тяни, 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 тяни. Тихо, не ругайся, я сейчас возьму. Не ругайся. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая хорошая. Ой-ой-ой. Тесно даже сидит, он голыми ногами тут. Хорошая. Хорошая мамка. Сейчас. Ой, хорошая. Ой, ну у тебя крючок туда. Я тут напутал. Я думал, у тебя крупнее крючок стоит. Ну ты, конечно, заглотишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, давай. Красавец. Плотвичка. Ну, плотвичка, да. Хорошая плотвичка. Ой, какая. Тоже в заглот. И крупный крючок, понимаешь? Я крючок-то мелкий. Ну, у меня крупный и в заглот. А, мне крючков еще купили. Да, купили они. Есть, хватает крючков. И тоже в заглот. Ах, не крупная. Эх ты, коту, коту, кот оценит точно.
тюльпа поклевывает рыбка. Поклевывает рыбка. Плотвина. Хорошая плотвина. Не, краснопер. Красноперина. Попробовал тут выход на речку. Выход на речку. Очень сильный ветер, ребят. Задает такой. Давай, 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 давай. Кто-то покушается. Опа. Есть хорошая. О, какая. Хорошая. Заглот. Опять заглот, ребят. Опять заглот. Блин, надо за червем идти. О, решил попробовать. На тебе. Тут мелко очень. Очень мелко здесь. И вот как раз вот здесь, видите, его. О, сразу выход на речку. Сразу его. А там на речке тяга такая, жесть. Очень высокая пока река. О, блин, травина. Очень пока высокая река. Сидел там. Шикарно, ребят, природа. Здесь очень красиво. Я люблю вообще такие вот заводи, речки. И здесь, знаете, что самое интересное, когда все вот это разливается добро, да, и заходят вот эти вот омута. О, блин, там пошло по траве. Офигеть. Что-то крупное пошло по траве. Когда все разливается, здесь неизвестно, какая рыба может подойти сюда. Вообще, все что угодно может прийти. Я его сейчас дробанул, здесь немножко паечки. Посмотрим. Что тут любая рыбина может во время подойти, потому что речка открытая сразу. Вот здесь вот сразу. Вот это интересно очень. Ну все, вот там вот у самого выхода речки постоял, постояла я немножко. И все, вот как блин две поймал, и все, как будто больше нет. Ничего, пришел опять назад. Сейчас пройду попробую вперед немножко. Хочу вообще сюда приехать попробовать ловить щуку. Обязательно приедем сюда. Вообще планирую тут в скором времени поехать на щуку, половить, попробовать на живца, на спиннинг. Как бы нужно. Ну все, вот она, считай, как приехали. Там была, поклевала. И все, пока тишина. Там клюнет мелочевка.
Да, несмотря вот на тепло, капризная она здесь, капризная. Ну ничего, когда вот она уже встанет в свои берега, все, тогда здесь уже начну ловить другую рыбу. Вы знаете, какую? Многие знают. Есть там у меня еще там вот дальше, там в заповедном месте, там в одном тоже местечко новое. Покажу вам в этом году. Сошел. Давайте-ка туда, к травке поближе. Кто-то сошел. О, поклевка. Ага. Вот она. Вот она, ребята. О, плотвица хорошая. Офигительная плотвица. Вот так. Только кинул туда. Сразу хоп. Есть сразу. Видите, стоит где-то. Вот стоит. Так как плотва готовится к нересту, я думаю, скоро. Где-то будет вот в таких участках вот в травяных стоять. Ну, сразу вот кинул, где была. Сразу хоп. Сразу шлепнуло. Хорошая плотвина. Не сказать, что там прям крупняк, ну, хорошая, съедобная. Тут вот где-то вот в этом месте, вот тут где-то, да, где-то вот здесь, по-моему, да, тут где-то яма есть вот посередине. Это кто такой? Погоди, погоди. Сейчас я приду. Нифига ты там впорол кого-то. Сейчас иду. А кто это? Да ну. Вот это кабанище. Ну-ка, ребят, нифига себе ты там вцепил ее. Послушай, то ты сегодня на рекорды у нас идешь. Ребят, посмотрите. Смотрите, какая коняра. Ну, жесть, какая здоровая. Обалдеть. Нифига ты ее там впрек. Садим красненького. Это если день сдался, он сдался. Эй, красненького сейчас. Попробуем. Опа! Ох ты! А! Блин, тяжело выходил он как-то. Лещ. Лещ. Будущий. Будущий лещ. Отпусть, пускай уже. Кидай, как. Да, пускай растет. Да лещ, лещ, пускай, пускай лещ растет, пускай. Тут, тут лещ, пускай растет. Он, потом мы поймаем крупный лещ. Ребят, правильно? Потом мы поймаем тут крупный лещ, пускай. Здесь есть и линь, есть и карась, есть. Василич тебя не простят. Ну, я Василич. Василичу ничего. Нормально, ему хватит сегодня. Карасями давится. Карасями давится, блин. Василич, ребята, это кот. Пошли там в своем пруду, поймали карасей в пуче. Так он там давился. Видишь, на красненького, да, и красноперина это крупно на красненького. Вот так вот. Что у нас сегодня вечерняя рыбалка получилась. Вот такая во. О, шикарная.
Шикарная, шикарная. Вот когда здесь водичка упадет, вот тогда мы здесь будем ловить другую рыбу. Она просто еще не в берегах своих. Вот когда она будет в берегах своих, вот тогда будет разговор. Я еще надеюсь, что сюда зайдет лещ в нерест. Вот тогда тоже вообще был шикарный разговор. Я думаю, что середина мая он зайдет. Должен. Вода еще большая. Вода большая, да. Потому что с речки есть подход. Заход с речки. Я думаю, что загребет он сюда. А смотри, вот это, да, вот подлещичек, как он, блин, клевал красиво, да? Вот это вот, да, вот характерно вот этой рыбе, как вот она клюет. Поднимаем. Вот он. Лещ опять. Лещ. Послушай, ну, это опять лещ. Ну, поплавок поднял. Лещ. Это тот же самый, причем. Не-не. Еще пожарить пришел. Другой. Так разгарит, говорит, наливает. Ну не, этого все, потому что зажрал. Лещ, ребят, опять лещ клюнул. Вот он, видел? Маленький лещ, да. Гоняет, я так понимаю. Маленький лещ. Будущий. Будущий, да. Ребят, все, поедем домой. Ну, вот что у нас получилось сегодня. Ну, буквально не за большое время. Ну, почему бы и нет? Все, ребят. Следующая рыбалочка будет, я думаю, еще интереснее в другом месте. Так что, все, ребят. Кому понравилась рыбалочка, обязательно пальчик вверх, подписочка. И до новых встреч. Всем пока.